Вашему вниманию представляется выступление в исполнении победителей конкурса нестандартной красоты 90-60-90-60, участников интеллектуального конкурса для глуховатой молодежи «Что-что, где-где, когда-когда», а также победителей танцевального марафона на Казантипе «Скажи наркотикам, юху, come on, let's move it!» Союз, смотрим! Снегири-корейцы, погляди! Очень маленькие, но очень агрессивные птички. Разбомбить грозятся полземли. Их никто не боится, и их это бесит. Так остановитесь! Друзья! Вы опять начинаете? Мы сюда приехали, чтобы покорить Москву. Ха, Кавказ еще никому не покорялся. Так, друзья, послушайте меня. О, давайте послушаем человека. Вы же взрослые умные люди. А, это ну, он не нам, отбойник. О. Так, а ну хватит. Кирилл, Кириллушка, Киропластинин, а? Не стоит ругаться, скоро же Пасха, ну. О, татарин дело говорит. Воистину, Айдар! Так а ну прекратите! Айдар, что у вас? Песня! Витя, объявите Айдара. Ага, сейчас, что, лоха нашли? Да, объявите его. Поет заслуженный пипец Татарстана Айдар Гараев. Весь покрытый плесенью, абсолютно весь. Старый сервелат в магазине есть. Их в России двое так давно лежат. Ленин в мавзолее, в Тюмени сервелат. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Айдар! У вас что, нормальных песен нет? Ну почему нет? Есть! Вы вообще сами поете? Только когда пьяный. Песня! Так, Витя! Александр! А, вот вы где! Лёля, я смотрю, вы здесь самая адекватная. Спасайте положение, спойте что-нибудь. А если я не хочу? Песня. Если спросят меня, где взяла, я такого мальчишку сладкого, я отвечу, что родила. Прям в салоне вишневой девятки я родила у всех на виду. Лёля! И вы туда же. Лёля, Лёлечка, люля-кебаб. У меня к вам серьезное деловое предложение. Давайте переспим. Что здесь делового? Вы меня не так поняли, я заплачу. Придурок. А ты не такая глупая, как аудитория канала «Перец». Так, Айдар, успокойтесь. У вас есть вторая возможность спеть нормальную песню. На концерте на хор Турецкого кто-то навел порчу. Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далеко. Поздно место! Так, все, хватит! Заканчиваем этот беспредел. Дорогие друзья, тема сегодняшней игры — вера. Поэтому закончить хотелось бы словами одного известного библейского персонажа — Иуды. Ну, спасибо, в карман не положишь.